Сегодня 2 июня, то есть началось лето. Посмотрим, что нам приготовило на эту неделю, что нам приготовили небесное светило. Итак, знак Овен. По Овну продолжает свое движение Венера. Венера сейчас подходит в точное соединение с планеткой Уран, и все это на очень хорошем аспекте к Сатурну. То есть вполне возможно, Овны сейчас могут получить какую-то прибыль. Что-то, что они потеряли вчера, сегодня может быть возвращено. Например, возврат долга или что-то типа такого. То есть вас в ближайшую неделю ожидает что-то позитивное в формате финансов. Единственное, рекомендую 5 числа, когда будет жесткая позиция со стороны Луны, как-то провести более уединенно, потому что может быть такой эмоциональный взрыв небольшой. Телец. По Тельцу по-прежнему движется Меркурий. Это благоприятно будет для Тельцов в формате контактов, коммуникаций, переговоров. Мало того, этот самый Меркурий скоро подойдет к белой Луне, и на вас обрушится какая-то очень позитивная информация. Новость какая-то хорошая, какое-то известие. Близнецы. В вашем знаке Солнце, и это, конечно, хорошо, но именно сегодня Солнце создает немножко напряженный аспект. Поэтому сегодня будьте осторожны с Солнцем, не перегорайте на Солнце, с огнем. В общем, совсем подальше от всего огненного и горячего. Ну, возможно, некоторые там ожоги или что-то в этом роде. Внимательность, и все будет прекрасно. Но рекомендовал бы обратить внимание на 4-5 число. Луна будет в очень хорошем для вас положении. Что-то эмоционально приятное может появиться в вашей жизни в эти два дня. Рак. Ну, у раков ситуация такая достаточно ровная, размеренная. Вот-вот-вот, буквально вот совсем скоро Венера выйдет из Овна, и у раков пойдет какие-то благоприятные финансовые возможности раскроются перед раками. А в целом я бы рекомендовал ракам обратить внимание на 4-5 число. Будет оппозиция со стороны Луны. Луна значимая для раков планета. Эмоциональный фон у раков будет в таком не лучшем виде, если можно так сказать. То есть попробуйте в эти дни ни с кем не конфликтовать и не выяснять никаких отношений. Лев. У львов сейчас очень фартовый момент относительно финансов. Эта самая Венера, о которой мы говорили в начале, создает очень хороший аспект к Сатурну, и они с обоих сторон дают хороший аспект именно к знаку Лев. Так что если в ваших планах есть какие-то проекты, имеющие отношение к финансам, вот эту неделю самое время этим заняться. Дева. Сегодня Луна движется по вашему знаку и создает напряженный аспект к планете Нептун. То есть сегодня я бы рекомендовал девам отодвинуть в сторону любой вид алкоголя, даже легкий, просто забыть временно об этом. Потом Луна перейдет дальше, и эмоциональное напряжение спадет. Делайте что угодно, но сегодня будьте аккуратны и осторожны. Весы. Ну вот, наконец, Венера перестала создавать напряжение знаку Весы. Еще немножко есть, но уже не настолько сильное, как это было, скажем, даже неделю назад. На сегодняшний день Солнце находится по-прежнему в выгодной позиции для Весов. Мало того, всю эту неделю оно будет создавать очень хороший аспект к Юпитеру, который движется по знаку Весы. А Юпитер у нас ведает социальной сферы, то есть сейчас время как-то ярко о себе заявить. Возможно, это если у вас бизнес, там рекламу какую-то сделать. В общем, яркое, интересное проявление ожидает Весов в ближайшую неделю. Скорпион. Ну, ситуация у Скорпионов достаточно ровненькая. Уже перешел... Вот буквально 4-5 числа Марс переходит в знак Рак. И это благоприятнейшее время для Скорпиона. То есть у вас увеличится поток жизненных сил,
То есть очень многие вопросы будут решаться с большей легкостью, чем это было раньше. Особенно благоприятно, поскольку это именно планета Марс, для скорпионов мужчин. Скорпионы женщины тоже могут встретить какого-то интересного Марса в своей жизни в этот период. И это вам не на 1-2 дня, а на ближайшие 1,5 месяца. Стрелец. Но пока Солнце идет в оппозиции к вашему знаку, вам немножко так это хлопотно и напряженно. Сейчас Марс делает последние градусы движения по знаку Близнецы и обостряет напряжение. То есть попробуйте в ближайшие 3-4 дня быть в стороне от всех марсовских проявлений. То есть не проявляйте агрессию. Машину лучше оставьте в гараже, вообще за руль не садитесь. Потом, буквально 5 числа, Марс уже переходит в другой знак, и напряжение в вашей жизни значительно уменьшится. Но вот эти 3 дня будьте немножко более осторожны. Козерог. Что касается Козерога, то лучше бы Марс не переходил бы в Рака, а оставался в Близнецах. Потому что с 5 числа у Козерогов ожидается немножко больше напряжения, чем они бы того хотели. Но, тем не менее, не на неделю, а на ближайшие 1,5 месяца, пока Марс будет двигаться в оппозиции к вашему знаку, будьте более сдержаны, проявляйте, ну что ли, будут иногда поводы, где захочется проявить агрессию. Попробуйте быть более сдержанными. С другой стороны, оппозиция – это не всегда плохо, это хорошо. То есть у вас будет период, когда хотите вы того или нет, но что-то вам придется делать, чем-то заниматься. Водолей. Ну, у Водолея все достаточно ровно. Вот еще буквально ближайшие 2 дня, пока Марс движется в удобной для вас позиции, постарайтесь завершить какие-то дела, которые вы не завершили, потому что с переходом Марса уже фартовости у вас будет немножко поменьше. Рыбы. Переход Марса в знак Рак 5 числа – очень хорошая новость для знака Рыбы. Во-первых, завершается напряжение, которое было у них 1,5 месяца. И во-вторых, увеличивается количество жизненных сил. Особенно вот эта позиция особенно хороша именно для Скорпиона и Рыбы. Вот сейчас период, еще если вы будете немножко терпеливыми, буквально недельку еще и Солнце перейдет в знак Рак, и у вас фартовость будет двойная. В целом ситуация на небе достаточно ровная. Желаю всем знакам зодиака удачно провести это лето. Всего хорошего, до новых встреч!